Всем привет, с вами Ростиксон, и сегодня я расскажу вам о бирже Gate.io, тайм-коды в описании, почему я решил зарегистрироваться тут и чем эта биржа уникальна. Теперь немного о самой бирже. Все, кто зарабатывает на листингах, зарегистрированы тут, так как здесь торгуется более 780 монет и постоянно добавляются одними из первых лучшие монеты со всего крипторынка. Gate.io занимает 10 место по рейтингу бирж CoinMarketCap. Суточный объем торгов более 700 миллионов долларов. Более 2 миллионов еженедельных посетителей. Это столько же, сколько Huobi и KuCoin вместе взятых. Биржа очень надежная и входит в список лучших бирж. А также очень быстро развивается и впитывает в себя лучшие качества других бирж и добавляет уникальные функции. Заходя на страницу NFT Box, мы попадаем на NFT Marketplace, где можно как найти и купить уникальные цифровые активы, так и создать свои, что позволяет не каждый сервис. А здесь этот процесс очень простой, и поэтому здесь огромнейший рынок NFT, начиная от искусства и музыки и заканчивая предметами коллекционирования и спортивными NFT. Оплачивать NFT можно биткоином, USDT и собственным токеном GT. Gate токен нужен для того, чтобы платить меньше комиссий. Также с помощью этого токена можно участвовать в раздачах и аирдропах, голосовать за новые листинги. Подробнее вы можете узнать на странице об GT. Я покупал BNB по 20 долларов, и я считаю, что GT недооценен, и буду его покупать. Скоро вы узнаете, как торговать на фьючерсном рынке и как получать огромные проценты в крипте. А пока подписывайся на закрытый телеграм-канал в описании. Там я иногда хвастаюсь прибылями. И ставь лайк. Как завести средства на Gate.io? Мы заходим на страничку Buy Crypto. Выбираем валюту, которую мы хотим обменять на криптовалюту. И провайдера. А чтобы закинуть криптовалюту на счет, перейдем в кошелек. Нажмем депозит. Выберем из множества монет нужную нам. Но тут главное не ошибиться с выбором сети и адресом. Так что проверяйте все тщательно. На странице Market мы видим общее положение на рынке. Можем посмотреть, какие монеты рекордно падают, а какие растут. Нажать на кнопку Trade и перейти к торговле этими монетами. Перейдем в окно Trading. Спотовая торговля. Это один из базовых инструментов торговли. Здесь мы выбираем, к чему мы будем торговать биткоин. Можем выбрать к доллару, а можем к эфириуму. Здесь мы можем продать залежавшиеся монеты, которые мы отправили на биржу. А также тут очень легко купить или продать абсолютно любую поддерживаемую криптовалюту. Теперь к деривативам. Я вам расскажу, что такое фьючерсы. Но довольно упрощенно, чтобы любой новичок понял. Для начала, что такое шорт и лонг. Когда, к примеру, мы заходим в шорт-позицию при цене биткоина 44 тысячи долларов, мы получаем прибыль, когда он падает, и убыток, когда биткоин растет. Большое плечо увеличивает наши риски, но также может увеличить как прибыль, так и убыток. Например, мы в шорт-позиции на биткоин, и он упал на 1%, а у нас плечо 10%, значит наша прибыль составляет 10%. Когда мы заходим в лонг-позицию на эфириум с плечом 10% при цене 3100 долларов, мы получаем прибыль, когда эфириум растет, и убыток, когда он падает. И если эфириум опустится на 10% или до 2790, то наступит ликвидация или убыток 100%. Поэтому фьючерсы очень коварный инструмент. И чтобы переходить на него, сначала нужно стать королем спотовой торговли. Также, одно из преимуществ биржи, что она не лагает во время скачков курсов, как Binance. В описании есть моя реферальная ссылка, зарегистрировавшись по которой, вы получите пожизненную скидку на торговые комиссии в размере 10%. Теперь рассмотрим окно финансы HODL and EARN. Это платформа для заработка криптовалют на блокчейне. Здесь вы блокируете криптовалюту на определенный срок от одной недели и получаете гарантированные проценты в криптовалюте. Сейчас 25 активных компаний. Например, мы можем залочить USDT под 4% годовых на 7 дней. Или даже эфириум. А получить проценты за лог мы можем аж на 25 криптовалютах, ничем не рискуя. Скоро расскажу об уникальной функции биржи, благодаря которой вы сможете торговать как лучший трейдер на этой бирже. Сейчас расскажу о Yield фарминге.
Например, HEC USDT. APR сегодня 631%. Для альткоинов это нормально. Чтобы подписаться, нужно лишь добавить ликвидность. И тогда вы будете получать эти проценты. Переходим в окно Copy Trading. И видим здесь множество трейдеров. Их прибыль, сумму заработка и насколько успешны их сделки. Выбрав трейдера, вы можете скопировать его стратегию, нажав Free Copy Trading. Выбрав плечо, вы видите, на чем он торгует, и закидываете определенную сумму. Выставляете, на каких профитах вы будете выводить. И все. Человек теперь торгует за вас, вашими деньгами. Это уникальная функция, коих на Gate.io множество. Биржа совместила в себе все положительные качества бирж, и поэтому я буду торговать на ней. Реферальная ссылка в описании с пожизненной скидкой на комиссии. Наконец-то у Binance есть достойный конкурент, а к пиар-отделу биржи у меня есть просьба. Я хочу вашу футболку. Всем спасибо за просмотр. Поддержите меня в комментариях, что вы думаете об этой бирже и какие у вас замечания по моему видео.